Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня у нас выходит последний, ребята, уже завершающий ролик с таким ужасным звуком. Ну, я так думаю, 4 числа я уже выпущу вам более-менее адекватный ролик с адекватным звуком, с графикой, будем также играть, всякие рубрики, возможно, записывать. Что-нибудь такое интересное расскажу по войне вам. Ну, а сейчас я, если честно, сам сижу в афиге, потому что вообще ничего не понимаю. Блин, какая-то нам добавилась рядом вот эта фиговина со звездами. Там зарабатываем звездами, как видите, у меня на этом аккаунте вообще ничего не заработано, то есть я сейчас играю исключительно на своем без доната, потому что, ну, основа, согласитесь, такое себе, но без доната заработать лишние контейнеры и, соответственно, звезды, это всегда очень приятно. И, кстати, на основе у меня попалась краска за львов, на моем без доната, получается, за волков. И за волков, кстати, ребята, мне краска очень нравится, она мне нравится даже больше, чем вообще все остальные. Кстати, вот кому тоже какая красочка нравится, ребята, обязательно пишите в комментариях. Ну а сейчас я буду с вами открывать целых 50 контейнеров. Будем, ребята, выбивать новые экстихи. Я там слышал, новые экстихи добавились у нас в этом виде смоки эксти. Я, конечно, не знаю, ребята, вышла она или нет. Также, кстати, напишите мне в комментариях, потому что, ну, действительно, как-то время особо сейчас следить за танковыми какими-то обновлениями у меня нету, потому что сейчас отдых, сейчас отдыхаем. Ну и, соответственно, за этим всем наблюдать и что-то там пытаться выяснить, вышло или не вышло, у меня нету. Поэтому я знаю, что подписчики у меня самые лучшие, подписчики у меня самые прям начитанные в плане всяких обновлений. И вы мне обязательно подскажете, что вышло, а что не вышло. Короче, сегодня будем пытаться выбивать какие-нибудь новые эктишки. Вышел, ребята, у нас в магазине как раз-таки мой долгожданный мамонта вулкан. Вот, и если честно, была возможность просто взять и попросить разработчикам выдать, получается, эту плюшку на обзор. Но я так подумал, блин, а вот если как бы я открываю постоянно на своем основном аккаунте, это фигища контейнеров, и, блин, а вот если все-таки мне вот прям выпадет эта фишка, вот прям XT какая-нибудь, вот фишечка, хопля, и на мой аккаунт. Я так думаю, вам это будет также интересно посмотреть. Ну, а также будет интересно мне посмотреть на мою реакцию на какие-нибудь новые XT предметы, потому что мне выпадала уже XT-шка на мульте, на самом мелком аккаунте. Куча я также видосов видел, как другим челикам выпадали всякие XT предметы. Ну и, соответственно, здесь есть у меня мамонта вулкан XT. Это новые, ребят, для меня XT предметы. Поэтому, соответственно, я буду пытаться их выбить. Ну и если, не знаю, каким-то боком там обновление завезло и смог XT нам уже также добавили, то будем пытаться это все дело выбить. Кстати, я вижу здесь комплект бустер легкие звезды. Я, если честно, совершенно не знаю, что он там означает. Может, в описании есть. Что-то увеличит число заработанных звезд. А, это типа покупаешь этот абонемент, и он действует как прям аккаунт, да? Типа, если ты в битве заработал одну звезду, то тебе дает две звезды, да? Я тебя понял, я тебя услышал, но теперь давайте непосредственно будем у нас двигаться по контейнерам. Буду я, наверное, сперва открывать по пятюне. По одному это, ну хотя давайте первые 5 штучек откроем, ребят, по одному, потом по пятюне, и последние 15 штучек я открою сразу. Прям разом, знаете, пачкой прям. О, блин, как же мне неудобно на ноутбуке это все делать, ребят, после персонального компьютера, когда у тебя там уже все поднастроено под твои руки, под что где лежит, прям, о, вот золотые ящики, вот это приятно, за это всегда, как говорится, спасибо. Я не знаю, мне а вот золотые ящики всегда интересно, чтобы они падали на моем аккаунте, потому что, правильно, потому что я, ребят, для вас делаю какие-нибудь интересные СГшки, что очень-очень круто, ну и, соответственно, может что-нибудь интересное провести на стримчике. Так, ладно, по одному мне ни хренашки не упало, за исключением 5 голдов. Давайте будем открывать далее. Далее у нас идут пачки по 5. Так, 3500, ускорялки, вот ускорялок, вот нарки, это самое, так сказать, нужное. Вот это просто, знаете, все равно, что взять и 5 контейнеров выбросить нахрен куда-то на мусорку, потому что смотрите, сколько у меня нарки. Ну, серьезно, лучше вот мины падали. Вот мины, это действительно, как всегда, приятно. Минки получить мне на аккаунте, они для СГшки пригодятся. Вот ускорялки не нужны, двойной урон нахрен не нужен, почти 40к уже. Вот это вот прям практически уже 40к, я думаю, после сегодняшнего открытия будет, потому что мне падает зачастую только нарка. И аптек 2500, я понимаю, что, конечно, нарка это дело всегда приятное, но на моем аккаунте она мне, ну,
мягко сказать, не нужна. Так, X2, двойная защита. Вот это я понимаю. Вот это пошла жена. Во, вот 5 золотых ящиков, это уже приятно. Вот 5 золотых я люблю. Как еще раз повторяюсь, золотые ящики мне нужны, чтобы отдавать моим подписчикам, чтобы делать какие-нибудь интересные СГХи. И ох ты, нифига себе, 150 батареек. Вау, вот это ненужная тема мне упала. Я, кстати, делал как-то открытие, и мне подписчики писали, что типа, что ты недоволен постоянно, тебе как бы падает и падает довольно-таки неплохо там. Всякие батарейки, там кристаллики, там еще что-то в этом духе. Ребят, потому что мне это все здесь на этом аккаунте не нужно. То есть у меня аккаунт полностью фуловый. То есть все абсолютно у меня здесь М4. То есть мне кристаллы здесь тупо девать некуда. Припас как бы есть у меня тоже кристаллы. Ой, есть у меня, то есть мне их тоже девать некуда. Единственное, куда я трачу свои кристаллы, вот не поверите, я их тупо сливаю на мины. Да, просто я жду скидок, чтобы прикупить себе мин. Вот кто-то там ждет, знаете, каких-то эпичных скидонов, чтобы про МПК тебе какую-то пушку, да, на которую он там дико нагибает, дико играет. Я жду скидок на нарку исключительно, чтобы закупиться побольше минками, и чтобы эта тема у нас была просто вообще на высшем уровне. Так, во, а что так часто золотые ящики падают? Я как бы ни на что не намекаю, это очень хорошо. Вот золотые ящики я всегда люблю. Вот можно мне почаще вот золотые дропать, и все будет вообще идеально. Во, прям 10 тысяч кристаллов, нифига себе, 150 батареек. Вот это 3 дня прям аккаунта. И 5 золотых ящиков. Слушайте, а сколько золотых, а? Сколько? 25 штучек, ребят. Ну, за это, мне кажется, однозначно лайкос, потому что будем вам делать какие-нибудь интересные сгехи. Также, ребята, я, скорее всего, уже завтра, либо послезавтра я приеду и проведем стримчик. Да. На стрим, кстати, ребят, тоже всех приглашаем. Я не знаю, что там с вами будем мутить, но я больше чем уверен, что вы у меня такие ребят, что предложите мне что-нибудь интересное. Тем более у нас и война сейчас идет, там тоже звездочки может позарабатывать. Кстати, да какого война, я тоже не смотрел. Вообще, так сказать, ни в чё не вникал. Да какого война, что там делать, я просто сижу и отдыхаю. Ладно, давайте. Последние 15 контейнеров мы сразу открываем разом. И вот сейчас, ребята, все просто на этом моменте поставьте свой жирный лайкосик. И если вот каждый из вас прям вот возьмите, не поленитесь, сейчас поставьте на паузу. Я вам время даю, поставьте лайк. И если вы этот лайк поставили, значит мне сейчас что-то интересное и годное действительно выпадет. Погнали. Поехали, что-нибудь интересное, годное. Кристаллики я сразу вижу, что мне не шибко много прибавилось. Возможно, там какие-нибудь 10 камня выпали. И на этом, так сказать, у нас уже все дело заканчивается. Так, минки это хорошо, минки я люблю. Двойная защита такой себе, двойной уровень X2, ну X3, ну серьезно что ли? Ну я же сразу по 15-ке открываю, ну можно мне сейчас это годное дропнуть, а? 100 всех припасов, X2, золотые ящики, X2... Серьезно? Блин. Не, я это просто так не могу оставить. Вот по-любому. Вот ты свой лайк же поставил, правильно? Вот каждый подписчик сейчас просто поставил на паузу и поставил свой лайк. А мне даже ничего синего не выпало. Поэтому, что мы сейчас делаем, ребят, с вами? Мы сейчас ставим на паузу, закидываем себе еще 15 контейнеров и еще 15-ку открываем. Погнали. Так, ну что ж, продолжаем мы. Закинул я себе, так сказать, 10-ку, потом еще 5-ню по промокодику, естественно. И сейчас будем бахать еще 15... Да-да-да, я обязательно хочу купить. После того, как мне падает, я прям просто жажду купить, знаете, прям 100 себе контейнеров, прям потратить свои денежки и прикупить себе что-нибудь интересное. Давай, поехали. Так, 2 контейнера, 3 контейнера, 4 контейнера, 5 контейнеров, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ой, боже мой. Ой, боже мой, ну хотя бы 50 голдов, это уже очень хорошо. Конечно, мин не очень много выпало. А почему у нас до сих пор падают эти дерьмовые, ненужные, бесполезные краски за сборные? Вот эти Корея всякая, что мне еще упало там, какая-нибудь Аргентина, да, мне вроде бы еще упало вот это вот. Зачем? Зачем вот эти вот красочки? Они же вроде как должны были уже убраться из контейнеров, нет?
разработчики Алоя, можно вам постукать немножко в дверку? Тук-тук-тук. Можно, пожалуйста, убрать это говнецо, чтобы оно не сыпалось? Вот я бы серьезно, лучше за место этого дерьма поднафармил себе каких-нибудь голдов или кристалликов. Я бы на них устроил СГХ и провел, я не знаю, какие-нибудь типичные спаси голды. Но это такое себе. Короче, ладно, ребят, больше не буду закидывать. Я не знаю, таккан какой-то проклятый у нас, просто проклятый. Поэтому, я надеюсь, что данный видеоролик вам понравился. Если так, обязательно, ребят, поддержите меня лайком. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока.